Покуда стоят церкви и соборы, жива Россия. Если этому следовать, то Брянщина – это уникальный православный уголок с удивительными храмами, кристальным перезвоном колоколов и слепящими глаза золотыми крестами на куполах. В каком бы месте ни стоял Дом Божий, Владимир Безгрешнов чувствует там особую энергетику. Своими впечатлениями от поездок по стране и по области и от посещения намоленных мест председатель фотоклуба «Брянская улица» поделился на открытии выставки. После армии мне посчастливилось Сергиев Посад посетить и другие, Ростов Великий. И я понял, какую вот огромную красоту нам оставили на предыдущие поколения, прошедшие по нашей русской земле. И считаю это самое лучшее. Свои лучшие работы в фотозале на бульваре Гагарина выставили 20 фотохудожников. Временной период сделанных работ составил 2 десятилетия. Фотографии запечатлели хранителей истории страны и церкви, храмы, людей, события. На выставке можно полюбоваться образцами редких архитектурных форм, величественностью отдельных построек, а также совершить экскурс в историю брянских святынь. Эта выставка очень познавательна будет для многих людей, которые не выезжают за пределы города, за пределы Брянска, и не видели тех храмов, которые представлены здесь на выставке. И, соответственно, они могут увидеть те храмы, которые у нас есть на Брянщине, и посмотреть на их красоту. А через внешнюю красоту, считают священнослужители, каждый способен обрести красоту внутреннюю и найти свой путь к Богу. Экспозиция «Брянщина православная» открыта в выставочном зале на бульваре Гагарина до 10 мая. Елена Почкарева, Александр Егоров. События, Брянск.